Всем привет, чувачки, с вами Мил Скейл. И сегодня мы снимаем ролик с кое-какой игрой. Это новая игра «Пирог в лицо. Пушка». Пушка! Пушка! Ты не сказал, что я с тобой сегодня. А, и со мной сегодня Настя. В общем, я думаю, все знают стандартно вот этот челлендж «Пирог в лицо». Челлендж. Вы можете посмотреть по вот этой вот всплывашке ролик «Пирог в лицо». Ну вот недавно я увидел на прилавке магазина вот такую вот игру. Она уже какая-то более разнообразная и странная, поэтому я решил ее купить и сегодня снять ее. Поехали! Внимание, конкурс! Хочу сделать конкурс на игры, которые участвовали в моих роликах. Так вышло, что большинство из игр просто лежат без дела, и поэтому я решил подарить кому-то из вас три игры. «Пирог в лицо. Пушка», «Крокодонтист» и «Обычный пирог в лицо». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно написать комментарий, почему именно вам должна достаться игра. И ссылку на свою страничку ВКонтакте, или ID ВКонтакте, или ник Инстаграма. И вы можете получить одну игру от меня. Розыгрыш будет на стриме 25 января в 17:00 по МСК. А вам приятного просмотра и удачи в конкурсе. Лицо даже не лазит. Вот тут вообще нечем гордиться, Настя. И, в общем, вот такая вот у нас конструкция получилась. Сюда нужно заливать как-то сливки, я еще никогда не заливал. И Настя будет защищаться вот этой ладошкой. И у нас есть вот такая вот штука, которая означает, откуда крутить. Хотя я вот думаю, вообще бессмысленно. Но давайте хотя бы попробуем по правилам. Так, кто первый? Суефа. Ты проиграла, ты тут. Ну почему я постоянно проигрываю? Так, давай разбираться. Пока ложи свое личико. Личико. Классно! Мне кажется, все, да? И так пойдет. Я кручу. Два или три? Три. Давай еще раз перекрути. Давай. И перекручу, нечестно. Два. Два. А, ну два стоит. Отлично. А, нет. Целимся немножко. Давай, готово? Да. А я не знаю, как стрелять. Я календарь переверну. Нифига себе! Оно так классно стреляет. Хорошо? Нет, я плохо вижу. Ну, это и до этого было так. Нет, оно в глазу. Какая красота тут на столе. Он сейчас скопни, да! Что-то я после того, как тебе... Да что ты жрёшь-то? Хэштег Настя не жри. Все помнят. Один. Да ну нет! А, один это ближе, алло. Что этим делать? Вот так вот просто, да, вперед. А что, больно было? Подожди. Я начинаю защищаться, типа раз. А что делать, что делать? Пушкой стрелять. Там просто нажимаешь кнопочку. Подожди, не тыкай. Тут? Да, типа вниз опускаешь ее. Стой, стой. Я календарь переверну. Ты промазала. А как, ей управляешь, что ли? Да. Но нам. Готово? Сейчас будет жестко. Она плохо ездит, так нечестно. Побольше, побольше. Так, тихо, я кручу. Так, я кручу, Настя. Один тоже, давай. О, нет! Нет, нет! Так, голову поставь сначала. Так, подожди, давай, я прицелюсь. Готово? Давай. Раз, два, три, 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 три. Давай! А я не закрыл. Три. Давай, заново. Раз. Давай, быстрее. Ладно, раз не повезло. Я календарь переверну. Это все хорошо. Не будешь футболку мыть. Мне эта игра больше нравится, чем просто сливки в лицо. То, чтобы не мелочиться, я тебе сразу так... Не-не-не. Ну хватит жрать, Настя. Все там внутри есть. Что-то не вылазит, ничего. Так куда? Троечка. Троечка, все хорошо, давай. Готов? Тихо-тихо-тихо, я еще не разыгрался. Опять? Мимо? Я не почувствовал на лице все. Мимо? Что, попало прям в руку? Да. Владимирский централ. Классный челлендж, да? Давайте пору дизлям какую-то бороться. Я сейчас как сделаю. И не давал согласия, блин. Так, пока что первый раз тебе в лицо только попало, и то только потому, что ты не знала. Чё ты ржёшь? Я чистый. Голу сюда. Сюда, гол. Голу сюда. Три? Три. Фу, оно капает. Настя, не дрейф. Да чё ж с тобой не так? Давай. Есть. Готово? Нет, как ты защищался? В
Владимирский централ. Я случайно. Я хотел взяться, типа, нормально. Волосы. Я сейчас думаю, нормально. Борода, правда, появилась. Все, давай, моя очередь. Ну да, ломай, Настя, ломай. Ты вовнутрь вообще ничего не попала. Да куда? Все, теперь ракурс направляй. И до трех секунд. Опять мимо. Владимирский централ. Это я такой везучий. Не случайно. На тебя больше вылетел. Мы даже не крутили, по-моему, барабан. Давай еще раз. Прикинь, я так понимаю, как страшно людям, которых казнили так, что отрубали голову. Ну да, ты как никто другой понимаешь сейчас. Только ты в сладкой жидкости, а они умирали. Готов? А я смотрю, ты заела что-то, я думаю, пуль, ну-ка. Хоп, мусорок. Ой, у тебя носик такой миленький. Какая классная игра, да? Ну вообще супер, мне постоянно попадает, тебе ни разу. Пути-пути-пу. Сколько? Три. Нормально. Так и остается, да? Да. Еще сильнее, давай. Еще сильнее. Игра для детей 5 плюсов. Да. Я тоже, кстати, не могу нормально с первого раза. Давай! Настя, ты сильная! Давай, открывай пушку! Давай! Ты чё с тобой не так? Ты чё сломала? Настя! Скользкие. Не скользкие, а жирные. Ни разу в меня не попался. У, какая ты у меня сильная. Все, хватит. Но не дави! Хоп, мусорок! Настя! Есть салфетки еще? Нет. В смысле? Так, крутим. Троечка, Настя. А-а-а, что ты творишь? Все ради искусства. Готово? 3, 2... Накинут бабушки платки. Тебе повезло. Что, в руку попало? Да. Ну и на лицо ошметки там. Я вижу. Меняемся. Ай, дебил, я только голову побыла. Да, на голову не попало, ты чего, на все мимо. Вообще ни разу, вообще. Повернись сюда. Чуть не сломала мне игру. На мне голуби насрали. На месте. Нет, пожалуйста, нет. И на обои попала. Нет. Чида. Давай. Давай. Ты сильная. Сломал. Давай. Это капец. Сильная, независимая нас. Все нормально. Так, а чем же крутить, если все пальцы вымазаны? Ноги, Настя, зачем тебе? Белые носки, вот это ты, конечно, шикарная у нас. Один. Тихо, Настя, ты научилась. Какая осень в лагерях. Вышли сначала. Дай положить салфеточку. А ну все, сломалось что ли? На этом наше видео окончится. Не-не-не, Настя, на этом не закончится наше видео, даже не мечтай. Оно закончится, когда я вся в слинках буду? Да. О-хо-хо-хо-хо. И выпадает? 3. А-а-а. Я знаю, ты сейчас сразу выстрелишь, пока я не буду готова, поэтому я сразу готова. Давай, 3. Давай. 2. Накинут бабушки платки. На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить это видео, да, Настя? Нет, что ты творишь? Мне кажется, у тебя кокуля на голове лежит. Тогда я смажу ее. Смотри. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если впервые, подписывайтесь на Настин канал. Настя, не жри, Настя. С вами был Мил Скелл и Настя. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока. Охренеть. Хорошо, что я не помылся.